Всем привет, ребята, с вами Transport Channel, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я сейчас нахожусь в Сумах. Сегодня будни водителя троллейбуса, вторая серия. Вот сегодня мне выдали вот такой троллейбус АКСМ-321 в минской окрасочке. Сейчас вот мы троллейбус запускаем. Мне сегодня его вот выдали. Вот я сейчас нахожусь в троллейбусном депо. Включаем троллейбус. Сегодня поедем по 12-му маршруту, по всему причем. Так, русский информатор все еще пока не сделали. Так, вот троллейбус, вот я уже запустил. Выставляем маршрут 12. И выезжаем из депо. Тут добавили уже новый звук этих штанг. Железнодорожный вокзал. Сейчас штанги переставлю куда надо. Вот мне троллейбус выдали с борт номером 679. Что АКСМ-321 это вам не тролл за мегаполис, вот. Ну и закрываем также эту дверь. Потом еще обязательно будут ролики по будням машиниста метро. Проезжаем мимо, потому что мы сейчас из депо выезжаем. Кстати, тут добавили также новый трафик. Thank you.
сигнал светофора, он же загорается, мы едем. Ну и, собственно, переставляем штанги туда, куда нужно. Устанавливать штанги. Так, вон там стоит АКСМ 101 ПС. Вас обслуговує ПАТ СМФ «Електроавтотранс». Тролейбус рухається за маршрутом номер 12 до кінцевого. Мінська вулиця. Зупинка «Залізничний вокзал». Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. 10-й мікрорайон. Шановні пасажири, під час руху тролейбусу тримайтесь за поручні. Остановка 10-й микрорайон. Зупинка 10-й микрорайон. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Проспект Михайла Лушпа. Тролейбусы АКСН 321 выпускаются с 2011 по какой-то там еще год. Но точно по какой я не знаю. Но знаю то, что с 2011 или 2010 года выпускается. Эксплуатируется в Санкт-Петербурге. Зупинка. Проспект Пензе. Михайла Лушпы. Эксплуатируется в Санкт-Петербурге, Пензе, Минске. Ну и во многих других городах России и Беларуси. Я, ребята, очень жду выхода российских карт в Тролейбус Фестивал Москва, например, Санкт-Петербург, либо еще там Оренбург, Рязань, Ярославль, Кострома. Я вот их очень жду.
опять тут красный сигнал светофора. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Мінська вулиця. А тут раніше от Трайпасфест були, от Сіті 25, Йорк, Краленза. Ну і що там, якісь от русські карти, ну турбосовєтські, звісно, вернули. Кінцева. Дякуємо, що подорожували з нами. До нових зустрічей. Ми з вами зараз поїдемо обратно на ЖД вокзал. Зупинка. Залізнична станція Баси. Вас обслуговує ПАТ СМР «Електроавтотранс». Тролейбус рухається за маршрутом номер 12 до кінцевої зупинки «Залізничний вокзал». Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка – ринок СКД. Шановні пасажири, під час руху тролейбусу тримайтесь за поручні. Уже обратно. Так, там троллейбусный парк. Зупинка ринок ескади. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка проспект Михайла Лушпи.
Михайла Лушпи. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. 10-й мікрорайон. Зупинка. 10-й мікрорайон. Обережно двері зачиняються. Наступна зупинка. Залізничний вокзал. До 40 років на навчання за професією водій тролейбуса. У період навчання виплачується стипендія у розмірі 2000 гривень. Заробітна плата водія тролейбуса від 4 до 7 тисяч гривень. 8-499-677-77-77. Зупинка. Залізничний вокзал. Кінцева. Дякуємо, що подорожували з нами. До нових зустрічей. Ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите на мой Discord, на который ссылка уже есть в сообществе. Всем пока.